А вы слышали, что в Арктике нет пингвинов, и именно поэтому их не едят белые медведи? Действительно, пингвины не являются обитателями Арктики, а обитают на южных широтах. Таким образом, белые медведи никогда не видели настоящих пингвинов. Этих два вида животных никогда не пересекались и не соприкасались своими историями существования на Земле. Хотя пингвины являются животными, приспособленными к холодным морским условиям, однако они обитают только в южном полушарии. Арктика является домом для арктических животных, такие как белые медведи, морские котики, тюлени, моржи и другие виды. Белые медведи питаются другими животными, которые живут в этом регионе, включая рыбу, крабов, морских звезд и других морских животных. Таким образом, нельзя сказать, что белые медведи едят пингвинов, поскольку пингвины не являются животными, обитающими в Арктике. Следует ориентироваться на проверенные научные факты, чтобы правильно понимать природу и ее законы. Не верь мифам, ищи факты на канале Вадим Кут. Пока!